Всем привет, с вами Дэн. И сегодня у нас будет очень интересное видео. Недавно я задумался, а как же выглядит первая версия Чикенгана? И сравнить ее с последней версией 2.0.0. И да, идея этого ролика взята с одного западного канала. Сейчас вы увидите это видео перед своими глазами и можете на него подписаться, если хотите, это не пиар. Я лично смотрю его канал и у него очень прикольное видео. И хочу еще кое-что добавить для тех, кто еще не подписан. Допустим, ты смотришь мои видео почти каждое. Может быть, лайкаешь, комментируешь и так дальше. Но есть вот только одно то, что ты не делаешь, а именно ты не подписываешься. Я думаю, что пора это сделать. Сейчас моя цель 3000 подписчиков до Нового года. Нам осталось совсем чуть-чуть. Но что будет дальше? Какая цель будет дальше? И я тут подумал, можно попробовать 10 тысяч подписчиков до начала лета. Да, знаю, это почти невозможно, но я посчитал, и мне надо поднимать аж по 40 подписчиков в день. Получается чуть больше 1000 в месяц. Я буду идти к этой цели и пытаться ее достичь. Ладно, что-то я уже сильно затянул с этим. Погнали к теме. Ну что, вы готовы увидеть самую первую версию Чикенгана? Да, именно так выглядел Чикенган, когда он только-только вышел. Ну и давайте же сравним менюшки. Вот как выглядит меню в самой последней версии Чикенган. И первое изменение, которое бросается на глаза, это задний фон. Версия 1.0.3 обычный зеленый фон, в нем нет ничего интересного. В версии 2.0.0 задний фон взят с карты Чало Хаус. А также тут присутствуют две пасхалки. Первая — это свинюшка, которую мы видели в двух режимах: закладки бомбы и захват флага. Как вы видите, здесь он просто играет в компьютер. Ну и вторая пасхалка, которая была добавлена в этом обновлении. Танцующий Дед Мороз. Не, ну деда точно жмыхнуло, не по-детски. Следующее, что мы замечаем, это кнопки. Их тут всего лишь 3. Да-да. А в этой версии их 7. Следующее изменение — это название. Как вы видите, это далеко не Чикенган. Ну и у нас осталось только версии и рейтинг уровней. Больше изменений в меню я не нашел. Если я что-то пропустил, можете написать в комментариях. Дальше мы посмотрим в раздел оружия. Интересно, сколько было оружия, машин, одежды и так далее в первой версии Чикенгана? Ну, погнали. О, я уже сразу вижу, 8 оружий тогда было всего лишь. А в новой версии аж в 5 раз больше. Шляп тогда было всего 14, а сейчас целых 85. Вы чувствуете разницу? За все это время добавилось 79 шляп. Очков и глаз тогда было всего 6 штук, а сейчас 20. В первой версии клювов было всего 8, а сейчас их 20. А машин, самолетов, животных, мобов тогда вовсе не было. Ну что, теперь почувствовали разницу? Это еще не все, дальше у нас карты. Здесь их было всего 3, Чало Хаус, Даст и Данженс. Это были самые-самые первые карты, добавленные в Чикенган. Но я бы сказал, что они даже не изменились никак. Думаю, в будущем в Чикенгане сделают ремодель карт. Особенно хотелось бы на эту карту, потому что это моя самая любимая карта. Сейчас в Чикенгане 18 карт, и каждому своя на вкус. Но не забываем, что на режиме захват флага и на режиме закладка бомбы есть еще карты, и получается их не 18, а 20. Ну и последнее сравнение — это режимы. В самой первой версии их было всего 2. Все против всех и командный бой. В принципе, неплохо для первой версии. Но а в нашей версии целых 7 режимов, из которых есть командный бой, ПВП, песочница, захват флага, батл-рояль ПВП, батл-рояль Teams. Ну и последний режим — закладка бомбы. Я думаю, больше нечем сравнивать эти две версии. Поэтому этот ролик заканчивается. Ну а с вами был я, Дэн19К. Всем спасибо, всем пока.